Престижные старты и возможность повысить свой спортивный статус. Пятый именной турнир двукратного олимпийского чемпиона, чемпиона мира и Европы Алексея Тищенко собрал в стенах омского велотрека более 80 боксеров из 10 регионов нашей страны, а также гостей из Монголии, Казахстана и Узбекистана. Все мы знаем, что двукратных олимпийских чемпионов по боксу за всю историю советского и российского бокса было всего 3. Один из них Алексей Викторович. И, естественно, название турнира привлекает к себе молодых боксеров со всей территории постсоветского пространства, из дальнего зарубежья. Традиционно среди почетных гостей титулованные спортсмены, звезды различных видов единоборств, триумфаторы мировых и континентальных соревнований. Григорий Дрозд, чемпион в отпуске, по достоинству оценил омский турнир. Я сегодня возглавляю регион Кемеровской области по боксу. И поэтому нам в Сибири, в Сибирском федеральном округе нужно дружить, находить общий язык, решать много важных задач, которые касаются каждого из наших регионов. Поэтому сегодня я здесь и с большим удовольствием наблюдаю количество народу на трибунах, присутствие на ваших соревнованиях. Поэтому, мне кажется, двукратному олимпийскому чемпиону по боксу редко кто может отказать. 10 весовых категорий, бескомпромиссная борьба, виртуозная техника и выверенная тактика. Финальный день турнира был богат на зрелищные бои. Поддержать омских атлетов, насладиться красивым боксом и вручить заслуженные награды победителям и призерам приехал глава региона Виктор Назаров. Хозяева ринга представляла солидная команда из 21 боксера. А мячи бились в финалах 6 весовых категорий и взяли 4 золотые награды. А трое наших земляков выполнили нормативы мастеров спорта. Среди них Артур Дудко. А у меня в первом бою был мастер спорта. Тоже. Я его выиграл. Сейчас мастер спорта. Так что теперь мне мастер спорта присутствует. Также на ножках двигался, с передней начинал вот так, работал. Чтобы это. Ну, как он на дистанции, чувство дистанции. И вперед всегда шел. Инициативу не отдавать, как Алексей. Хотелось бы верить, что это такое подспорье им будет для дальнейшей тренировочной деятельности. И это их как-то подстегнет, простимулирует. Не бросать, чтобы это не казалось для них как бы финишной чертой для их спортивной карьеры. А наоборот, было какой-то такой ступенькой, трамплином для новых побед. В легких весах до 49,52 килограммов победы одержали братья из Монголии. Энхамар Харху, участник Олимпиады в Рио, рад за себя и своего младшего брата, который впервые выступал за пределами своей страны и смог справиться с волнением. Россия – ведущая страна в мире бокса, и я рад выиграть этот турнир двукратного олимпийского чемпиона. Получил соревновательную практику, хорошо отработал технику ближнего и среднего боя и таким образом достиг своей цели. Победители и призеры получили заслуженные награды из рук главы региона Виктора Назарова. Нет никаких сомнений, что турнир Алексея Тищенко из года в год будет собирать на омских рингах лучших боксеров и откроет среди участников немало громких имен.